В Муравленко продолжается прием заявлений от избирателей, которые планируют голосовать по месту фактического пребывания. Проголосовать за президента России 18 марта можно на любом избирательном участке страны. Это одно из нововведений нынешней избирательной кампании. Механизм позволяет избирателю свободно перемещаться и голосовать там, где ему удобно, без привязки к месту регистрации. Письменные обращения принимают до 12 марта в территориальном избиркоме и многофункциональном центре. Отрывные талоны уже получили 83 муравленковца. 25 февраля до 17 марта включается в этот процесс также участковая избирательная комиссия. На каждом избирательном участке будет также организован пункт приема заявлений. С единственным моментом, что такое обычное заявление можно подать до 12 марта, а после 12 марта можно будет оформить специальное заявление для тех, кто в срочном порядке, возможно, в командировку уезжает или по каким-то непредвиденным причинам, и у которых будет, конечно же, желание проголосовать. Еще одна площадка – портал госуслуг. Пока с помощью интернет-ресурса заявки подали 23 жителя города. Выборы главы государства состоятся 18 марта. Центральная избирательная комиссия уже завершила регистрацию всех кандидатов.